Индия купит российские ПВО, несмотря на угрозы США. Власти Индии намерены поддерживать контакты с Вашингтоном для получения технологий, что не помешает покупать оружие у РФ. Угрозы США ввести санкции против Индии из-за покупки российских С-400 не повлияют на решение Дели, заявил издание New Indian Express начальник штаба индийских сухопутных войск Бипин Рават. «Но мы ведем независимую политику», подчеркнул он. Генерал также добавил, что России не следует беспокоиться из-за укрепления отношений между Нью-Дели и Вашингтоном. «Вы, Россия, РЕД, можете быть уверены, что, хотя мы и поддерживаем контакты с Америкой для получения технологий, мы ведем независимую политику. Пока мы обсуждаем санкции и вы спрашиваете про санкции, Владимир Путин и Нарендра Моди подписывают контракт о покупке комплексов С-400, несмотря на то, что в будущем у нас могут возникнуть трудности с Америкой», заключил он. Как сообщалось, 5 октября Россия заключила контракт на поставку зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» в Индию. Речь идет о поставке 5 полков ЗРС С-400 «Триумф». Сумма сделки превышает 5 миллиардов. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://timikorrespondent.net. По материалам сайта newsgro.com.